хочу показать вам сегодня. Красавицу магнолию разных цветов, разной величины. Она как раз сейчас в самом цвету. А вот это что за куст, я не знаю. Тоже здесь их много у нас очень. Сегодня у нас день дурака, 1 апреля. И вот еще одна красавица, посмотрите. Вот этот куст камелии тоже очень буйно цвел. Я все мимо ездила. Но вот решила остановиться, тоже вам показать. А камелия по-разному цветет. Но уже, наверное, все-таки отцветает. И какие разные цветы камелии, да? Все практически разный сорт. Когда едешь мимо дороги, очень много цветущих белых деревьев. Какая-то дичка, то ли это алча, но это я показываю, конечно же, вам опять красавицу магнолию. Просто рассказываю еще о цветущих деревьях. Сегодня у нас шикарный солнечный день, очень тепло. Плюс 18. Все, посмотрите, уже раздетые. Вот еще другого цвета магнолия. Куст с какими-то желтыми цветами. А здесь, посмотрите, желтые цветы магнолии. Это тоже магнолия, еще какой-то сорт. Цветы мельче, но они другого цвета. Я не выискиваю что-то специально, я просто иду по улице по одной. Отцветут одни кусты, камелия, магнолия, начнут расцветать другие. Там дальше у нас пойдет красавица махровая черри. А дальше, конечно же, сирень. Вот видите, здесь уже практически отцвела красивая камелия. А это какой-то вид магнолии тоже. Но буйно цветущие, очень мелкие цветы. А я вам в честь праздничка Дня дурака сделаю видео. Магнолия, конечно, хороша, когда она именно цветет вот сейчас, а потом ее просто не отличишь от других деревьев. Я, по-моему, вам уже показывала, как здорово цветут здесь розовые каштаны еще у нас. А здесь вообще сплошь все в цветах. Вот эти тоже интересные кусты, они начинают выпускать новые побеги, и эти побеги имеют другой цвет листвы, красный. А издалека такое впечатление, что это
цветущий куст. А это просто листва. Она вырастает и становится тоже зеленой. Нарциссы доцветают. А здесь еще какие-то цветы. Не знаю названия. Надеюсь, вам слышно, как себе что-то птицы вокруг. Вдалеке между домами вид на город Райд, центр, хотя я тоже в Райде нахожусь. Я сделаю вам съемку с высоты, с холма. Здесь мы с вами еще тоже не гуляли. Посмотрите, какие интересные чучела птиц. Здесь еще фазан. И напротив тоже красивый домик. Улица здесь такая интересная. Красивый вид у них. Вы посмотрите, люди разделись совсем, майки только. Я, конечно, еще не рискую так раздеваться. Хотя жарко. Наши знакомые дракоши. Ничего не вижу, ничего не слышу. Никому ничего не скажу.